В Павлодаре идет строительство подстанции «Северная городская», которая позволит увеличить подключение новых потребителей электроэнергии. Это один из проектов пятилетней инвестиционной программы АО «ПРЭК». В этом году на ее реализацию выделили свыше 3 миллиардов тенге. Вероника Вишневская продолжит. Новая подстанция «Северная городская» 110 на 10 киловольт с установкой двух трансформаторов по 40 МВА каждый будет питать северо-восточную часть Павлодара. На сегодняшний день это один из ведущих проектов АО «ПРЭК» стоимостью порядка 3 миллиардов тенге, который планируется завершить с полным вводом в эксплуатацию в конце 2020 года. Старая, получается, 66 года ввода в эксплуатацию и ограничена по подключению уже новых потребителей. Загружены трансформаторы по станции в зимний период до 80%. Как бы есть необходимость с условием перспективного развития города и появлением новых потребителей, увеличением мощности. Район вокзала до улицы Естая и до 1 мая. Вот этот участок города питается от подстанции «Северная городская». В рамках инвестиционной программы в Павлодаре проводят и модернизацию комплектно-трансформаторной подстанции. Старая трансформаторная подстанция, там уже аварийное здание было, бежала крыша, и само здание не на нашем балансе. Построена новая блочно-модульная подстанция с установкой двух трансформаторов с увеличением мощности с 250 кВт на 400. Дает возможность подключения новых потребителей. А на пересечении улиц Астана и Синалиева проводят работу по замене кабельной линии протяженностью 615 метров. Линия была введена в работу в 1983 году. За это время здесь было немало повреждений. От нее питаются как социальные объекты, так и бытовые потребители. Замена позволит снизить износ оборудования основных средств Павлодарской распределительной электросетевой компании в рамках инвест-программы до 57,8%. К слову, на сегодняшний день замену кабельных линий в Павлодаре проводят на двух участках областного центра. Всего на балансе АО «ПРЭК» стоят порядка 700 кабельных линий. В этом году программа пятилетней инвест-программы предприятия завершается. В 2020-м на ее реализацию затратят 3 миллиарда 36 миллионов 200 тысяч тенге. Вероника Вишневская, Досымбек Токай, Ертыс Ахпарат.